الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Во время нашего путешествия в Камбодже мы попытались посетить одну деревню, которая располагалась в 2 часах езды от столицы. В этой деревне живут представители мусульманского меньшинства в стране. Мое внимание привлекло приветливое, улыбающееся лицо одного пожилого мужчины, на котором читалось щедрость и величие. Как его зовут? Халид. Халид? Тебя зовут Халид? Маша Аллах, красивое имя. Красивое имя, Маша Аллах. Сколько ему лет? 74. 74 года, Маша Аллах. Проблема была в том, что он жил вдалеке от своей семьи и детей. Почему? Потому что в его семье нет никого, кто бы мог о нем заботиться. Он занимается производством ножей и продает их. Все его соседи любят его и чувствуют к нему симпатию. И я скажу честно, что не могу порицать их за их любовь к нему. Этот человек на самом деле хороший, простой, и его улыбка проникает в сердце. Он всегда тепло приветствует людей, поэтому они заботятся о нем. Но ему не с кем ходить в больницу. Был один интересный случай. Однажды он сильно болел. Когда он надолго потерял сознание, люди расстроились и подумали, что он умер. Они омыли его, завернули в саван, и внезапно во время захоронения он напугал их тем, что очнулся. И они обрадовались, словно он заново родился. Они завернули его в саван, уже дошли до могилы, и после этого он очнулся. Проснулся? Он любит их, и они любят его. Поэтому он решил остаться жить с ними. Но проблема в том, что ему негде жить. Он живет в половине хижины из тростника и соломы. У них постоянно дожди. И протекающая с потолка вода портит все его имущество. А дожди очень часто идут в камбоджийских лесах. Когда мы посетили его, он попросил нас кое о чем. Он чувствовал стыдливость и стеснительность, когда обращался к нам с этой просьбой. Знаете ли вы, чего он хочет? Хочу туалет. Туалет? Потому что здесь рядом нет туалета, который можно было бы использовать. Иншаллах. Поэтому приходится идти далеко в лес. А он слишком стар для этого. Да, старый человек. На самом деле, мы не хотели построить ему, я извиняюсь, только туалет. Нашей целью было построить для него целый, полноценный дом. Но расценки на строительство в тех странах не дешевы для местных. Мы же стремились к тому, чтобы помощь нашей группы была представлена не только в виде денег, которые просто тратят. Нет, мы хотим развития и роста. Мы побуждаем человека работать. Как говорится, вместо того, чтобы дать бедному рыбу, дай ему удочку. Но это нельзя было отнести к Халиду. Он был слишком старым. И у него простая работа, которая не принесет ему столько, сколько нужно на строительство. Так что же мы могли сделать? Подождите. Мы забыли нечто важное, чем выделялся Халид. Люди любили его. Его любят. Этим можно воспользоваться. Ну как? Я не предлагаю ему выдвигаться на выборы. Есть простая вещь, которая может помочь ему в строительстве. Вместо того, чтобы нанимать строителей, которые построят ему дом, что будет для него очень дорого. Вместо этого придут жители деревни, которые хотят, чтобы он жил с ними, и построят дом вместе с ним. Тогда остаются только стройматериалы, и они простые в большинстве своем, произведенные из деревьев из леса. И действительно, деревенские жители собрались и начали строить дом и туалет. А Халид наблюдал за этим с ярко выраженной радостью. Иногда он помогал им строить, несмотря на свой преклонный возраст и нелегкий труд. Я не буду скрывать, они не специалисты в строительном деле, но они стараются. Иногда они приходят в недоумение в каких-то вопросах. Иногда они пытаются что-то сделать, но терпят неудачу. Да.
Но в конечном итоге они смогли построить дом. У них было одно хорошее качество. Они делали эту работу безо всяких церемоний и не из-за стеснения перед ним, а с радостью и от чистого сердца. Честно говоря, невозможно описать то чувство, когда ты видишь группу твоих товарищей, которые оставили свою работу, семьи и жизнь для того, чтобы помочь тебе и подарить тебе улыбку. От большой радости за свой дом Халид начал сидеть в нем еще до окончания строительства. Затем наступил момент переезда из старой хижины в новое жилище. Он рано начал переносить свою одежду и скромный скарб, куски циновок, его постель и немногочисленную одежду. Мы сейчас с Халидом. Его новый дом почти построен, хвала Аллаху. Крыша не пропускает дождь, что особенно важно, учитывая то, что у нас сейчас собирается ливень с ураганом. Соизволение Всевышнего Аллаха. Этот проект близится к концу. Завтра все будет доделано с соизволения Аллаха. Халид очень обрадовался этому завершению. И пусть Всевышний Аллах одарит его счастьем в дуне и ахирате. Несмотря на это, он не забросил свой старый дом. Место в своей старой хижине он использовал под кухню. Теперь у него есть кухня после того, как раньше он готовил, сидел и спал на одной и той же доске. Затем, до того, как я уехал, он проводил нас так же, как встретил, со своей красивой улыбкой. Уважаемый брат, уважаемая сестра, объединение на самом деле – это очень хорошо. Потому что когда деревенские жители почувствуют, что они сами построили своими руками его дом, и когда Халид увидит своими глазами, как его соседи и любимые ему люди помогают ему, все это увеличит их дружбу и симпатию между ними. Дружба и сплоченность получается не тогда, когда мы строим дом за деньги. Сплочение сердец происходит от Аллаха. Всевышний Аллах сказал, Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца. Однако Аллах сплотил их. О Аллах, сплоти нас и помести нас в тени Твоего трона в тот день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. Аминь. И хвала Аллаху, Господу миров.